Всем доброе утро. У меня большой голод, и я так кушать хочу. Поэтому я себе вот такую вот огромную сделала. Вот такой огромный бутерброд сделала. Здесь у меня такой вот сыр намазанный, затем помидор, также салат, салями и яйца. И вот такой вот вкусный багет. Также заварила себе сейчас горячий шоколад. Но хочу сказать, вот в этой чаше его заваривать не очень хорошо, себе все пальцы обожгла, нельзя брать вот за ручку, поэтому красивая она, но не для горячего шоколада. Ребята, в одном из последних видео я вам показывала, как мы закупались в четырех магазинах, и вот решила вам показать, как я разбираюсь со своими покупками. Когда мы закупаемся, в последнее время мы стали так закупаться, что мы делаем одну большую закупку, это, наверное, может быть, каждые 4 или каждых 5 недель, ну и потом мы закупаемся понемножку, потому что у нас еще так много запасов есть, мы и макароны много закупили, также все такие банки, стеклянки, это у нас все есть, а вот так вот мы сейчас закупаемся какими-то, может быть, чай закончился, кофе, потом всякие молочные продукты и также колбасы, сыры. Ну и вот, я когда прихожу за покупки, все разбираю, сразу все выкладываю на столешницу, и получается у меня одна зона грязная становится, потому что все продукты приносятся грязные, и другая зона у меня уже чистая. Вот эта зона, где я сейчас работаю, вы видите, это у меня как бы чистая зона, и на этой чистой зоне я всегда разбираю мои продукты. У меня есть еще такие вот новогодние баночки, я решила их тоже заполнить, чтобы придать себе такого рождественского новогоднего настроения. В эти баночки я заполняю и какао, и шоколад. Также тут у меня опустошились другие баночки, в которые я дополнила макароны. Эти баночки у меня как бы всегда для макарон. У меня таких 5 банок, и получается у меня 5 сортов макарон в эти банки входят. Что-то я с одного места на другое место прыгаю, но теперь опять перейду к какао или к шоколаду. Не вся банка, получается, шоколада вместяется в моей баночке, и у меня здесь такие стеклянные банки, я их все перемыла. Эти стеклянные банки я покупала с оливками или с пепперони, и вот они у меня остались, они очень хорошие в использовании, удобные, легко их мыть, и крышки хорошие. Вот я эти банки оставила для вот как раз такого, если у меня что-то не вместится в мою банку, которая определена для этого продукта, то остатки я высыпаю вот в эти маленькие баночки, уже складываю в шкаф, и оно у меня там стоит. И когда продукт заканчивается, я дополняю, получается, с вот этой маленькой баночки в мою большую банку. А также перебираю весь чай. В этот раз не стала все вытирать. Лень у меня была, поэтому только немного по сортам перебрала чай. И уже дополняю чай, который я уже до этого была купила, но еще не дополнила. У меня тут много разных чаев. Я, в принципе, пью всегда какие-то фруктовые чаи, также мятный чай. Но остальные, там черный иногда тоже бывает, выпью. Ну а так говорю, фруктовые чаи, это мои чаи. И да, все дополнила. Также дополняю кофе. Решила железные банки, которые у меня есть под кофе, я их решила их выкинуть, они мне уже как-то не нравятся, и уже немного облезли, поэтому решила их выкинуть и использую черную большую банку. Также в том году покупала в магазине Aldi вот такую вот хлебницу, и еще ни разу не пожалела, что я ее купила, потому что мы ей очень довольна, я ей очень довольна, Фабия не очень, потому что ему без конца нужно хлеб убирать. Но мне это очень нравится, у нас в тумбочках получается порядок, вот этот хлеб нигде не валяется с одного места на другое. И так вот знаем, вот это вот место только специально для хлеба. Ну и все банки я уже ставлю на места. Здесь у меня 3 полочки, тоже я вам как-то в одном из видео показывала, папа их прибил.
У нас раньше там вообще ничего не было, но я вижу, что у нас места не хватает, поэтому решили эти полочки прибить. Я вообще не люблю такое вот открытое хранение. Для меня это выглядит все как бы не убрано. Хотя у меня там какая-то структура все равно есть, и хлебница стоит все закрыто, и баночки красивые, но все равно я это не люблю. Я люблю, когда как бы все закрыто. Я бы вообще, если бы мне моя кухня позволяла, я бы, наверное, все, что могла, все закрыла. И кофеварку, и чайник, и все. А у меня, наверное, только осталась вот плита. Ну, ее никак нельзя закрыть. Затем мой термомикс, и также, наверное, бы остался и осталась бы моя KitchenAid. Остальное бы я, наверное, все убрала в тумбочки или в какие-то специальные ну, выездные тумбочки, где можно это все спрятать. Но так как у меня кухня этого не позволяет, приходится так. Да, затем я перемываю все, что хочу положить в холодильник, все пачки. Я их в такой в тепленькой водичке перемываю с добавлением средства для посуды. И все потом насухо вытираю. Затем достаю мои контейнеры. У меня несколько контейнеров. В одном контейнере я храню только сыры всякие, в другом контейнере храню только колбасу, потом у меня еще контейнер есть для молочки, 5 контейнеров у меня, кажется, есть. И я очень рада, что я так теперь все храню, потому что холодильник у меня всегда чистенький, его быстро вытирать, знаешь, где у тебя что находится, и быстро это все искать. Даже не нужно это в холодильнике искать, ты знаешь, здесь у тебя молочка, если там ее нету, тогда ты знаешь, что она у тебя кончилась. И вот не нужно шариться по всему холодильнику, чтобы что-то достать, просто берешь контейнер, выдвигаешь, берешь, что тебе нужно, и все. Также я кладу, вот, например, новые, что я купила, в задний план, а вот все старенькое передвигаю на передний план. Так это очень удобно. Мы знаем, какие продукты нужно вперед съесть, а какие продукты могут еще немного полежать. Затем это все контейнеры опять убираю в холодильник. Холодильник я вот, как у меня контейнер, я убираю с холодильника, вытаскиваю, протираю просто, там не вымываю никак, потому что, как говорю, холодильник у меня, в принципе, всегда чистенький остается. Но вот когда, может быть, каждые 3 месяца я уже прям холодильник полностью разбираю и потом уже все перемываю там, ну, все другие контейнеры, которые еще там в холодильнике вмонтированы, и полочки, и все уже таким средством, чтобы и микробу поубивать, и все такое. Также, если у меня есть открытые пачки, как вот, например, вот эта пачка от моцарелла, я все пересыпаю в стеклянные контейнеры. Очень тоже люблю ими пользоваться. Я приобрела в этом году, ну, как много, пару стеклянных контейнеров, и получается, я вот с этими контейнерами без конца работаю. У меня всегда в холодильнике какие-то контейнеры. Я всегда подготавливаю, например, салат. Я сразу головку салата мою, нарезаю, и она у меня уже готова, чтобы я, например, вечером не стояла, не резала ничего, просто беру контейнер, все овощи, которые мне нужны, беру и собираю салат, и так для меня намного удобнее, и я считаю, меньше я время на кухне оставляю. Также я люблю тоже переливать молоко в стеклянные банки. Вот мы покупаем такое молоко в таких банках, потому что я не люблю просто пить молоко из стеклянных банок. Оно для меня сильно пахнет молоком. Я, наверное, от этого уже отвыкла. Поэтому покупаем самое такое дешевое молоко, и я его потом просто в банке переливаю. Также я купила в этот раз много зелени, петрушку. Я петрушку разрезаю, нарезаю, и вот определенную часть тоже отправляю в морозилку. Это все я добавляю в пакетики. Иногда, когда у меня в морозилке много места, я также могу использовать и контейнер, но в принципе использую пакетики, которые покупаю в IKEA. Там хорошо все морозится и их легко доставать. Но вот укроп я уже оставляю весь на неделю. Вот как раз мне вот такого вот пучка укропа хватит.
У меня еще осталось пару пластмассовых банок. Я их еще использую, так как у меня еще не так много стеклянных банок, поэтому еще и существуют в моем ассортименте пластмассовые банки. Но вот эти вот зелененькие баночки, они вообще очень хорошие тоже. Я их покупала как-то в Алди, и это специальные банки, чтобы морозить пищу. Очень хорошие. Также я всегда, когда мы покупаем вот такой вот сыр, куском сразу его нарезаю, отправляю в стеклянную банку, и он хорошо целую неделю, даже иногда дольше держится, там ничего с ним не случается. Ну, и я сразу нарезаю это все на кусочки, чтобы когда нужно, каждый взял себе кусочек и съел. Потому что раньше у нас так было. Фабиан подходит, берет этот кусок, и вырезает себе середку. А вот другая часть остается, и эту другую часть, получается, доедаю я или использую на какое-то приготовление. Ну, а теперь вот так хорошо, ему ничего не нужно делать, мне потом не нужно эти кусочки как-то очищать и куда-то определять, поэтому так очень хорошо все нарезано, и все так, чтобы колбаса никогда не заветривалась. Я ее тоже нарезаю на кусочки, все в банку, банку в холодильник, и все здорово. Не нужно потом, как говорю, время на это терять, и продукт остается свежим. Всегда покупаю мешок моркови и ее сразу же обрабатываю. Одно время попыталась что-то оставлять в холодильнике, потом как потребность приходила, я что-то доставала и нарезала морковь, натирала, но она потом не свежая становится, у меня она как-то быстро пропадает, и поэтому я всегда так делаю. Теперь покупаю полностью мешок, как у меня морковь заканчивается, натираю ее на моей терке. И одну часть на неделю, например, оставляю, а уже остальное все я замораживаю. И вот с заморозки с морковкой ничего не становится, она такая же свеженькая, и легко ее достаешь, и можно и на салат использовать, и на какие-то запеканки, поэтому всегда так делаю. Одно, что моя вот помощница, мне кажется, скоро поломается. Вот у нее не держится больше так хорошо вот эта штучка, куда я как раз и добавляю морковку. Мне кажется, она просто скоро отвалится, и у меня потом не будет такой помощницы. Но я уже присматриваюсь, наверное, такую же больше не буду покупать, хотя она очень хорошая. Могу ее только порекомендовать. Покупала я ее, кстати, в магазине Lidl. Она совсем дешевая была, или за 20 евро, или за 25 евро, но она уже мне несколько лет служит. Но вообще есть вот такие вот всякие приспособления к моей кухомашинке, к KitchenAid, и я вот смотрю, присматриваюсь, может быть, когда-нибудь приобрету себе насадки, чтобы уже не другая еще какая-то кухонная машина или помощница была, а все я делала уже на KitchenAid, просто меняла насадки. Но а фрукты у меня уже все помытые тоже, я их тоже помыла, выложила, и теперь просто протираю такой вот тряпкой, кухонным полотенцем, чтобы фрукты просто не быстро портились. Так они у меня хорошо держатся. Я одну часть выкладываю прямо на такой вот поднос или на тарелку, которая у нас стоит на кухне, а другую же часть убираю в холодильник. Там оно тоже все хорошо держится. И последнее, что мне осталось перелить оливковое масло в баночку, специально такую новогоднюю. Этой баночкой я часто пользуюсь, и поэтому она мне еще и январь прослужит, и февраль прослужит. Так что я очень довольна этой покупкой. Ребят, всем привет! Доедаем остатки. У меня еще остался плов. Я вот рис, который остался от плова. Ну, там еще, может, кусочки мяса есть. Паприка осталась, все наверх. Немного моцареллы. Это все подогрело в микроволновке. И также еще помидор нарезала. Вот такой у нас сегодня будет обед. Ребята, всем доброе утро. Я присела на кресло. У меня тут пакет просто, он так шелестит. Я присела на кресло и хотела с вами поделиться
Мы вчера были в магазине Зейкмюллер, я там немного чего прикупила, но вообще хочу сказать, что в этом году, конечно, все немного так невесело, совсем так грустно. В Зейкмюллере, ну, когда в том году, я вам тоже одно из видео показывала, когда в том году была распродажа на все такие вот новогодние штучки, на декорацию, там было 50%, и я, короче, почти весь магазин скупила. Сейчас у них тоже распродажа, но всего 30%. Ну и хочу сказать, что цены, конечно, выросли почти на 2. Потому что когда в том году я покупала какие-то там новогодние шары, они стоили половину, а сейчас уже меньше 15 евро там ничего не найти. Поэтому очень дорого, ну я имею в виду наборы, поэтому очень дорого все, и я много чего не покупала, вот буквально то, что нам нужно для подарков и для вот, да, для подарков. И уже несколько шаров купила на следующий год, но это тоже, знаете, такие шары, которые акцентные. У меня уже много шаров, но я хочу там какой-то акцент добавить на следующий год, другой. Поэтому купила вот эти акцентные шары, но сейчас я вам их не буду показывать. Ну, они были по 4 евро, тоже из стекла. Я еще такая, думаю, еще нормальная цена, поэтому я их взяла. Всего 6 штучек, больше не покупала. И так, вообще, когда туда заходишь, раньше ты уже когда заезжал, Зейкмюллер, он находится в Дармштадте. Большой такой огромный магазин с мебелью. Когда ты уже заезжал туда, там все горело. Прям он весь горел, все там. И Дед Морозы были, елки были, и вот такая вот лестница там, она была вся украшена в подарках, и все сияло. В этом году этого ничего нету, буквально вот впереди стоит только Дед Мороз, там немного украшено, а так огоньков нету. И в магазине самом тоже так не сильно украшено, совсем почти не украшено. В том году, я знаю, там все горело, и все сверкало, но ничего такого нету. И еще мы заезжали в такой вот такой торговый центр, называется Лук. Мы туда раньше всегда часто ездили, нам там нравилось, но сейчас приехали и ужаснулись, потому что там почти никаких в тех магазинах всех нет, в которые мы раньше ходили. Все закрылось, там как-то пусто. Одно, что новое появилось, там стали теперь выставлять машины. Там и Тесла стоит, и Форд стоит. Ну, короче, ты заходишь, там машины стоят. Ну, как бы продают там машины. И я там заходила в депо, хотела посмотреть, может быть, у них какие-то скидки, может быть, там что-то куплю, но там у них вообще скидок никаких нету, и все очень дорого. Поэтому, да, как-то так. И всегда у нас в Германии так, когда вот такая вот предрождественское настроение такое, то много людей всегда в магазинах, везде ты видишь, а сейчас все пусто, и боишься, что на следующий год, если придешь, то, может быть, вообще даже ни одного магазина не застанешь. Но как-то покажу сейчас, что купила. Купили мы в Зейкмюллер вот такие вот бутылки. Это Glühwein, как оно по-русски называется. Ну, вино, которое горячим пьют. Такое вот. Купила две банки. Это на подарок купили, чтобы так, знаете, как-то подарок оформить. Красное взяли, было и белое, но мы решили почему-то взять красное. Так, затем купила, нашла наконец-то. Помните, я вам рассказывала, когда делала адвент-кранц, что у меня вот такие вот только золотые. Нет, даже не такие, а тоненькие, только золотые. Вот сейчас я нашла серебряные, и теперь жалею, что я вот такие золотые не купила. У них там тоже были золотые, и они стоили 4,99 на 5 евро, получается 30%, за 3,50 я их купила. Надо было еще золотые купить. Почему я не купила, даже не знаю. И еще маме точно такую же пачку купила. Хочу сейчас переставить, потому что я не могу так хорошо зажигать свечи. Я боюсь, что упадет и все загорится, поэтому я совсем мало свечи зажигаю сейчас. Надо переставить, сразу буду зажигать. А вообще, почему я ездила в Зейкмюллер? Мне на день рождения, у меня есть карточка, мне на день рождения всегда приходит 10 евро. Ну, что я могу там на 10 евро, мне подарок дают. И если я на 20 евро закуплюсь, то 10 евро мне как бы в подарок. И мы вот у меня были, и мы вчера сидели-сидели, и вечером решили буквально на часик туда съездить. А затем тоже на подарок купили вот такие вот
досточки. 4 штучки. Это подарок будет для папин родителей. Им нужны, они сами говорили, что им новенькие нужны. Я думаю, это такой вот, знаете, мотив, который не такой вот навязчивый. Их можно и вот сейчас использовать, зимой, я думаю, тоже можно и весной использовать. Можно было, конечно, другой мотив найти, но эти досточки тоже не такие дешевые, они по 7 евро стоят. А вот эти были вот по 3,99. И тоже на них 30% было, поэтому, думаю, возьмем 4 штучки, чтобы уже что-то было, знаете. А если что-то покрасивее, получше найдем, то, конечно, еще те купим и докупим. У нас будет как бы такой вот комплект. Но, думаю, понравится им. Мы привыкли, например, когда завтракаем, у нас всегда тарелка стоит. Мы на тарелке булочки разрезаем, а они разрезают булочки вот именно вот на таких вот дощечках. И они их каждое утро используют. Я, например, на таких дощечках люблю готовить, потому что я их быстро в посудомойку могу ставить. Они легкие, удобные. Вот так берешь просто. У меня таких много, на которых я готовлю. Вот они, например, на этих булочках разрезают, на этих дощечках разрезают булочки и завтракают. Да, у каждого там свои какие-то задумки насчет этой темы. И затем я еще купила, была там вот такая вот. Такой драт для обматывания витков, для мастерства. Купила такой за 2 евро. И теперь тоже жалею, там был еще золотой. Тоже нужно было золотой купить. И на него тоже было 30%. И теперь жалею, почему я всего один взяла и почему я золотой не купила. Вот не знаю. Зеленого, к сожалению, не было. Так бы я и зеленый взяла, но да. Вот, все. И как говорю, вот здесь еще 6 моих шаров. Да. Ребята, всем добрый вечер. Сегодня у нас был последний рабочий день, потом у нас отпуск, и мы теперь отмечаем. Фабиан отмечает пиццей, а я отмечаю вот такой вот вкусняшкой. У нас на сегодня салат. Салат, ну, листья салата, айс, перцы, тем паприка, помидоры, огурцы, как обычно. Фета-сыр также я добавила сюда, авокадо, оливки. Очень вкусно, разные сорта. Смотрите, какой зеленый сорт. И вот такой еще сорт есть тут, тоже интересный. Яйца, тунец, все заправила оливковым маслом, солью и лимонным соком. Любимая вода. И на десерт у меня вот такое. Ананас, груша и апельсин. Это мои самые любимые фрукты в шоколаде. И вот я себе сегодня сделала такой вот предновогодний десерт. Очень вкусно. Особенно ананас как-то такой вот спелый вообще. Объедение. Тут шоколад я смешала. И темный шоколад, и молочный шоколад. Да. И вот теперь будем кушать и будем фильм смотреть вместе.